Доброго времени суток, дорогие коллеги. С вами Кононова Аня, Кононова Виктория и Любовь Георгиевна, нянечка Виктория. И сегодня мы вам хотим показать трикотажное платье с длинным рукавом для девочки, цвет бирюзовый, размер 116. У нас одежды много, но все-таки нам захотелось это платьишко. Состав у него 60 вискоза, 30 нейлон, 5 эластан, артикул 194. 461. Ну, как вы видите, ростовка 116 села на нас идеально, классно, здорово, никаких нареканий нет, будем носить с превеликим удовольствием. Да, и обратите внимание также на колготочки. Колготочки у нас идут тоже из новой серии, они идут 120D. Да, вот такие вот хорошенькие. Любаш, покажи, пожалуйста. Вот какие колготочки у нас, да, с кисами на коленках. С кисами, да. Кисы, да. Вот. У них идет артикул 88-91. Вот. А также размер 116-122. Вот их состав. Вот ростовочка. Да, то есть я вчера про них подробно уже вам снимала. И следующее, что бы мне вам хотелось показать, это еще одни такие же вот колготки. Я думаю, можно даже их и померить, да. Любовь Георгиевна, меряй. Сейчас я скажу артикул. Да, ну это вообще комплектик в садик, да, как вы видите, здорово. Вот, и это значит у серых колготок артикул 889-96, размер 116-122. Вот такой же у них идентичный состав, такая же тут идет ростовочка. Ну вот обратите внимание, что мы заказываем деткам, уже которым 6-7 лет. То есть 116-122. Почему? Потому что у нас, получается, мы в папу рослые. Папа у нас 1,90 м практически, 188, что ли. Опять я забыла, да. И вот нам приходится уже такой большой размер заказывать на 6-летних деток. И причем она уже как бы и не худенькая у нас. Добавок. Далее хочется вам показать такое вот вязаное красивое платье. Посмотрите, какая вязочка. Да, такая вот красотень. Тоже мы взяли размер 116, это рукав. Тут есть резиночка, она абсолютно нисколько не тугая. Тут тоже не туго, хотя на размерах 116 обычно бывают пуговки по краям, но вот в этой коллекции их нету, но оно не туго идет. Да, снизу тоже, смотрите, как бы такая вот что-то типа каймовочки есть. Вязка очень-очень приятная. Угу, вот, оно немножко просвечивает, как вы видите, да, но оно такое, я не скажу, что очень-очень теплое, но и, конечно, уже не на жару, да, на такую вот погоду, вот. Любочка, одевайте, да, вот Виктория меряет платьишко, да, скажи, я сейчас буду мерить новую красоту. Да, ну вот видите, через голову наделась хорошо. Да, мама сказала, правильно все говоришь. Трикотажное платье с длинным рукавом для девочки. Артикул 194-437, цвет молочный, размер 116. И вот состав 55 хлопок, 22 акрил, 15 нейлон и 8 шерсть. Артикул 194-437. Вот такое вот оно хорошенькое, Люб, вообще здорово, да, села? Рукава уже не подгибаем, скоро будем заказывать 122-128 походу, да? Вик, нравится платье? Классное, да? Классное платье. Останови, останови, а то сейчас опять закружится. Ну и так как у нас было очень мало заказов в этот раз, у нас вот такая вот плюшевая кофточка классная. Называется она трикотажная куртка для девочки. Очень плотная, очень теплая, да, то есть такие вот резиночки на конце, да. Замочек пластмасса, бегунок железа. Внутри она плотная, теплая вообще, на самом деле очень такая, да. Ребенку в ней, наверное, будет жарко дуреть. Ты уже хочешь одеваться, да? Ты уже ждешь? Смотрите, какая плюшевая красота. Ну, давай, давай, одевайтесь, одевайтесь. Да, ей, она так любит обновки. Да, ну вот смотрите, тоже, в принципе, хорошо, уже вижу, что хорошо села.
смотрится отлично с любыми джинсами, с чем угодно. Ну, просто здорово. Просто великолепно. Покружитесь. Жарко, да? Хочется снять. Но она на самом деле толстенькая. А кто там Люб на груди нарисован? Киска. Киска, да? А вот киска на груди нарисована. А карманы глубокие ли? Виксуй руки в карманы. Глубокие ли карманы? Глубокие, да? Но носовой платок выпадет или нет? Ну, если бегать будет, то может выпасть. Да, вот тоже не очень-то, да, надежные. Ну, вот такая вот у нас красота. Очень мне понравилось это все дело. Расстегивайся, если хочешь, снимай. Вот, это трикотажная куртка для девочки. Артикул 194-341, цвет ягодный, размер 116, состав 95% полиэстер, 5% эластан, 100% хлопок, идет подкладка. Ну что ж, всем пока-пока, спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И все, что мы будем заказывать для своей дочки, мы вам обязательно будем рассказывать. Вика камеру, честно скажу, не любит, она, скрипя сердцем, за шоколадку согласилась. Ну что ж, всем спасибо за внимание.